Вместо колядок – полет с 30-метровой высоты. Рождество запорожские экстремалы отмечали прыжками с крыши заброшенного цеха. Смельчаков, желающих совершить головокружительный полет, собралось несколько десятков с разных областей Украины. Анна приехала в роли зрителя, но не выдержала. Насмотревшись на экстремалов, сама прыгнула. Вообще самое страшное было, поскольку я на каблуках, главное было не упасть до счета один. То есть, чтобы ветром не сдуло. Ветер очень сильный. Ну, а самочувствие полета, конечно, супер. Здорово так. Когда человек поднялся прыгать, не нужно долго стоять. Если человек поднялся и начинает там обдумывать, как все будет происходить, там страх начинает вот так накапливаться в голове, и оно все больше и больше становится страшно. Поэтому проще это вот сразу подняться. Инструктор объяснил, как и что делать, и прыгнул. Все. Все прыжки выполняются на двойной страховке, чтобы воспоминания о свободном полете были только приятными. Есть что вспомнить и активистам организации «Трезвое Запорожье». У них свой рождественский экстрим. После праздников забег на 3 километра. Желающих проверить физическую форму нашлось полсотни. Это люди, которые любят спорт, любят здоровый образ жизни, которые тяготятся всеми этими алкогольными вечеринками. Вот. И им тоже надо собраться, тусоваться, увидеть, что они не одни. Для этого мы и проводим такие мероприятия. Запорожские трезвенники уже устраивали забег утром 1 января на дистанцию в 2 километра. А на Старый Новый год планируют кросс минимум на 4. Постепенно надеются установить свой личный рекорд и в честь очередного праздника добежать аж до Бабурки.